Доброе утро, как говорится, воскресенье. Пора снимать следующую серию. Распаковка ништяков. Погнали. Взял вот такой вот антишум, шумопоглощающий материал. Он как и антикор, он как и антигравий. Полную защиту дает 5 вот таких вот баллончиков по килограмм. Вставляем пулик и из пулика фигачим. По 300 рублей всего. Недорого. На кунцевском рынке. То есть, как вам и говорил, будем проходиться заново. Это все. Колесо снимем, стойку тоже, скорее всего, снимем. И будем уже по красоте все обрабатывать. Чтобы был вот такой вот эффект. Ребристый, толстый. Вот антишум. Потому что, ребят, вот чем я обрабатывал в предыдущей серии антигравием из баллончика, смотрите, какой тонкий слой. И какой толстый должен быть. 2 на арки, я думаю, хватит на все 4. И 3 на дно. И еще взял, как вам и говорил. В прошлый раз закончился почти кислый герметик. Еще одну баночку взял. В общем, на 2000 рублей мне все это вышло. Так что новая серия про 11-ю. Полная обработка пола, арок, антишумом, антикором. Погнали! Еще, ребят, обидно, я вот докупал вот эти лапки под лонжерон, и у меня они не оригинал, черные, то есть. А мы заказали сейчас в том же магазине, и пришло оригинальное. Вот, ребят, на этой 11-й тоже решили поменять лапку. Правую. Ну, это ты пофиг, оригинал, не оригинал. А отверстия под рычаг ты даже в оригинале нет. Придется тут тоже сверлить. Но это просто прикол. Оригинальные запчасти, у которой нет отверстия под рычаг на колесо. Весело живем, ребят, Лада. Красавчики. Я вас потом придерживаю. Как раз, два, три. На 10 держи. Перехожу. Чуть-чуть. Подержи. Стойки тоже. Все, ребят, машина на другой стороне. Теперь здесь все зачищаю, смотрите. Все эти сопли, сварку. Снимаем стойки. Здесь все проходимся, провариваемся, в общем. Эту сторону делаем, потом антишумом задуваем, кайфуем. Смотрите, ребят, вот такая вот штука мне была дана на ту сторону. Зачистной диск, да? А вот такая вот штука осталась от этого зачистного диска. Просто. Капец, а тут вообще все сгнило. Мы что творили? До хрена всего. Тут надо провариться, довариться еще. Короче, на этой стороне еще веселее. Будем играться, веселиться. В наше время люди задаются вопросом, где можно подзаработать денег. Я лично это делаю на сайте UpX. Расскажу поподробнее. Я пополняю счет, приумножаю в разных игровых режимах и вывожу деньги себе на карту. Самая главная удача — и не переборщить, не заиграться, тогда можно нехило подняться. Вот столько мне удалось поднять, и сейчас я закажу вывод средств. Кстати, теперь на UpX можно получить 50 рублей за репост. Выполни простые условия, и бонус будет твой. А также крути рулетку раз в 15 минут и получай до одного слитка совершенно бесплатно. Ну и, конечно, у UpX куча положительных отзывов, что доказывает, что сайт работает честно. Поэтому чекайте первый закрепленный комментарий под этим видео на YouTube и выигрывайте вместе со мной. Так, убираем абсорбер, чтобы он нам не мешал зачищать арку. Все ржавые места. Ну, в принципе, все. Зачистить до металла. Вот абсорбер такой. Вообще, нужно его обратно ставить, не нужно. Оп. Вот такая красота, ребят, получилась. Всю ржавчину счистил,
какую возможно было, где было возможно залезть. Сейчас цинкарем заливаем, чтобы он ржавчину разъел до конца. И потом цинкарь смываем и кислотником проходим с обе арки. Здесь герметиком пройдусь на стыках металла. Так, конечно, дно надо песочить, вот эту сторону. Вроде нормальная, но целая. Как всегда, испачкался. Кислотник нанесен, снова я перестарался немного, большой слой дал. Ладно, сейчас высохнет, буду герметиком уже фигачить. Но сначала надо будет доварить. Доварим, потом герметиком. Ну вот тут герметиком можно сегодня, в принципе, здесь я... Вот здесь ничего не надо. Здесь вот надо доварить только и все. Эту чашку тоже сделал, ребят, как вам и рассказывал, как там все качественно. Затер, зачистил. Итак, ребят, в дело вступает пескострой. Все-таки подумал и вспомнил то, что у нас есть пистолет для пескостроя, есть песок, поэтому все-таки отпесочу я, пожалуй, все, что тут надо. Вот такая вот тема. Вот, смотрите, ребят, что-то в маленьких количествах вполне приемлемо и можно сделать. Но я уже пятый раз сейчас буду заправлять этот мешочек. Вот еще здесь. Но резину он эту не прошибает. Ну так, пескострой тема. Кайфовая, конечно, но я весь грязный. Просто жесть. Отпесочил, цинкарем залил. Короче, ребят, сейчас сварили, доваривали. Пошел дождь. А поскольку у машины есть еще необработанные места голого металла, накрыли тентом. В общем, у нас начался сезон дождей, неделя дождей. То идет дождь, то нет. На улице работать невозможно. Накидываем колеса, приземляем машину, загоняем ее в гараж и там уже доделываем. Переворачиваем в гараже ее также. Вот. И уже в гараже будем доваривать, доделывать, потому что дождь не дает на улице работать. Чуть-чуть. Так, стоп. Держи. Перехвачусь. Так, иди. Держишь? Да, да. На стойку, да? Заебись. Вылезай. А прикинь, если бы я купешку восстанавливал так же. Там крылья уже не 7 тысяч, а 27. Все, ребят, тачка в гараже. Дождь ей не страшен. Завтра будем продолжать. А 11-ю я строю на компонентах с сайта TimeTurbo. Все кузовные элементы практически были заказаны здесь. Также здесь есть внешний тюнинг салона, двигателя, коробки передач, впускной, выхлопной, тормозной системы, рулевое управление, усилитель жесткости кузова, подвеска и бумазги у вас, автомобильная оптика у вас, стандартные запчасти у вас, турбокомплекты и так далее. Когда у меня была тренажка, я очень себе хотел эти фонари, но их нигде не было в наличии, а сейчас они появились, поэтому, ребят, у кого Самара, Самара 1, Самара 2, присмотритесь. В своей группе ВКонтакте TimeTurbo часто проводят розыгрыши и конкурсы запчастей, а также денежных средств. Вот сейчас, к примеру, проходит конкурс «Отзыв месяца». И еще один ништяк от меня. По промокоду Мандарин вы получаете скидку 7% абсолютно на весь ассортимент, который только есть на сайте TimeTurbo. Ссылку на сайт TimeTurbo, на их группу ВКонтакте, где сейчас проводится конкурс, и промокод на скидку 7% от меня я оставлю в описании под этим видео. Чекайте ассортимент сайта TimeTurbo,
выбирайте ништяки для своих тачек и заказывайте со скидкой от меня. Так, ребят, смотрите, что сказать. Мы все доварили. Тут вот красота. Вот это новенькая у нас идет, получается. Вставочка. Осталось сейчас зачистить все. И можно проходиться герметиком. Эти точки, они герметиком, но все равно закроются, поэтому не ругайтесь. Она вообще стык-стык должна вставать, но мы наварили металл, потому что срезали вот эту балку, которая находится внутри, под балкой основной. Вот это, короче, часть кузова мы обрезали, поэтому пришлось наварить. Здесь элемент. Тут вот все проварено тоже, стык лонжерона среднего с задним. О, снимаю. Тут вообще ржавчины нет. Все, ребят, банка йог. Целая банка герметика ушла на только пол. Вот так вот получилось вдоль лонжеронов полностью все стыки, все сварные швы. Тут пол тоже полностью везде, вдоль средних лонжеронов прошелся. Но герметоз закончился, я бы еще проходился. Вот тут, в поддомкратниках полностью все обошел. Завтра докуплю еще одну банку, поскольку у меня еще не обработана вот эта арка. Вот здесь подзачистим и начну обрабатывать герметиком, а потом уже начнем антишум наносить из пулика. Но на сегодня результат вот такой. Я поехал за новой банкой герметика Body 3.9 и за новыми кисточками, соответственно. Так, ребят, следующий день. Стоечки сняты снова. Надо герметиком пройтись еще. Новая баночка Body 3.9, 700 рублей, блин. За 550 покупал один раз. Один раз за 650, сейчас вообще за 700. Кисточка бесценная, в Ашане за 20 рублей. Кислотником уже обработано, сейчас воздухом продую всю пыль. Герметиком пройдусь и задуваем антишумом наконец-то. До обработки герметиком я так и не дошел. Начал зачищать все, смотреть в стыках металла. Вот здесь, смотрите, ребят. Вот тут ржавчинка. Этот родной антикор начал отходить. Зацените, какая балка. Просто пушка. Сейчас ее кислотником залью. Будет как новая. Надо было это, конечно, делать, когда балка была снята, но и так тоже нормально. И все, герметик. Перехожу, а то уже время тикает. Руки, как всегда, очень чистые. Ладно, заливаем кислотником. Как же меня задрало то, что заканчивается этот герметик. Минус 700 рублей просто, ребят. Вот только сегодня купил. Кисточка, ладно, есть еще, даже две. Придется еще один докупить, и когда уже буду переворачивать на ту сторону, там везде пройдусь в стыках. Вот в этих стыках, заднего лонжерона везде, тут вот так. А сейчас обрабатываем эту сторону, эту часть антишумом. Ну, это антишум, антигравий, антикор, все в одном. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозийную, антигравийную защиту и дополнительную термоизоляцию кузова автомобиля. Открываем антишум. Пистолетик у нас будет, из пулика будем задувать. Да, будет прям вот как заводская шумка. Ну, вообще так она и есть. Так. Такая же. Она высыхает потом, блядь, она... В общем, сейчас кислотник сохнет, герметиком прохожусь, где я не прошелся, и буду уже фигачить. Но одну еще банку герметика придется купить. На герметик, короче, около 5000 рублей выйдет. Эта картина вам знакома, это вы все видели. Здесь вот так вот, все стыки, соединение металла. Все красиво. Ну а сейчас в бой вступает антишум.
Видите, какая толстая она, ребят, вообще прям очень мне нравится. Зацените результат. Две арочки обработаны, половина пола обработана. Берем вторую. Это закончилось. У меня их всего 5, поэтому очень даже неплохо мы начали. Двух штучек вполне хватает на две арки и на весь пол. Получается, 3 хватит на первый слой полностью, на 4 арки и пол. И 2 еще на второй слой. Чпоньк, чпоньк. Вуаля! Обработана арка передняя, обработана арка задняя полностью. Обработан полностью пол. На все это ушло 2 банки килограммового антишума. У меня еще их 3 осталось. 3 банки у нас уйдет. Одна на арке с правой стороны и 2 на второй слой. По картинке уже ничего не поменяется, поэтому завершаем видос. Вот такая вот антикоррозийная, офигенная, грамотная обработка получилась. Было потрачено в этой серии банка антишума каждая 300 рублей. 5 банок я купил. Это 1500 рублей. Герметик кистевой и кисточки также 1500 рублей. 2 банки герметика по 600 рублей было потрачено, плюс кисточки. Получаем 3000 рублей за вот такой вот результат. Ну, конечно же, мы не считаем новый пол, новые лонжероны. Это было все в предыдущих сериях куплено. Также все было залито кислотником. Кислотник стоит 600 рублей за банку, но его я покупал в предыдущих сериях. Его я также не считаю. Ребят, всем огромное спасибо, что смотрели эту серию. Кто напишет, что было сделано мало в этой серии, попробуйте сами своими руками взять и вот это все сделать. Серия снималась больше недели, но задул я, кстати, быстро, задул я за час вот это все. А подготовка занимает огромное количество времени, гораздо большего, чем сам процесс антишума пола. Делитесь с друзьями каналом, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ссылочка на мой инстаграм также в описании, там все спойлеры к новым сериям и прочая движуха с автомобилями. Ну и с моей жизни тоже. Всем, ребята, пока. Я устал.